Добрый вечер. Это «В путь по-новому», и у нас сегодня специальный выпуск. Именно сегодня прошло 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. И хотя эта война проходила в 5000 километрах от Приднестровья, она оставила рубцы в истории всего нашего края. Интернациональный долг в Афганистане выполняли более 2000 наших земляков. 54 из них домой так и не вернулись. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим афганской службе. И начинаем наш выпуск из Днестровска. Здесь музей боевой славы. Оказались здесь не случайно. Тут самый большой, наверное, выставочный зал, посвященный истории афганской войны. И нам проведут небольшую экскурсию, да и всем вам тоже покажут экспонаты, расскажут, как появилась идея создать такой музей и вообще зачем важно все это видеть и помнить. Мы об этом всем поговорим с Сергеем Николаевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, я не знаю, можно ли говорить с праздником вас, но, наверное, то, что вы сегодня здесь, то, что у вас есть возможность делиться своей историей, рассказывать, показывать, наглядно объяснять, вспоминать, это, наверное, и праздник. Ну, наверное, и праздник. Праздник со слезами на глазах, так можно сказать? Потому что 35 лет назад в этот день мы ушли. Ушли с любимого и нелюбимого нашего афганистанца. Все годы, которые, слава Богу, даны нам после афганской войны для жизни, мы его не забывали никогда, потому что он в душе нашей, он там поселился, и при желании даже его оттуда не уберешь. Память хранят живые, но и в том числе вот эти вот все экспонаты, которые у вас здесь представлены. Это личные вещи, да, людей, которые там побывали? Здесь много экспонатов различных. Дело в том, что как появилась сама идея. Мы, которые прошли горнила афганской войны, мы все это видели наглядно. А получилось, когда вернулись из Афганистана, начали работать с детишками. А детишкам на пальцах не объяснишь. Им надо увидеть, им надо потрогать. На сегодняшний день, уже после афганской войны 35 лет, тем более это уже становится раритетом. Сергей Николаевич, что это за такой фильтр интересный? Это для обеззараживания воды, потому что приходилось очень часто употреблять воду, которая в арыках, во всевозможных колодцах при случае, да даже из луж пили. Это не вещмешок, это водомешок, да, скорее да, всего? Да, 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 это для водички. То есть вот такую надо на себе носить. Бурдючок такой. Скажу вам честно, он сам по себе нелегкий. Еще если с водой, то тут... А если еще вес амуниции, да, порядка 40 килограммов, и это все в плюс 40, иногда и в плюс 60, ну можно представить, насколько это тяжело. Мне разом бывает, аж не верится, что я таскал, ходил и выполнял боевую задачу. Сейчас не знаю. Справились бы, да? Да. Ну молодые были. Да, а вот этот мобильный телефон, что интересно? Это радиостанции. По-современному это те же мобильнички были. Это связь, без которой нельзя было. Это наша жизнь, когда можно было связаться с вертушками, с вертолетами, с артиллерией, помощь вызвать к себе. Нету связи, все. Все, считаю, что связисты самые почти важные, наверное, люди, да? Одни из. Причем самое интересное, одним из первых, кого выбивали душманы, это командиров и связистов. Вот по поводу душманов, это вот костюм душмана? Да. Так они в среднем выглядели? В среднем, да. Довольно яркая мишень, да, если можно так сказать. Все-таки умудрялись и прятаться. Забывайте, что это ихняя земля была. И они хорошо знали это. Более того, для нас было чем-то попервам дико. Например, если советский солдат брал сухпай, они брали вот такой брикет, и больше им ничего не надо. Более того, если мы брали много-много воды с собою, потому что без воды, вот я горник, в горах, да и везде, не проживешь.
то им этого не надо было, по большому счету. Они были дома, они знали точки, где находилась водичка. То есть он спокойно прошел, зная, что через там, 15 километров у него есть водичка. Мы это не зная, надо тащить на себе. Время убирает нас, стирает. В 80-х годах на площади собиралось около 400 ветеранов Отечественной войны. Сейчас их нету ни одного. Нас здесь, в Днестровске, было 30. Часть уехала. 6 человек уже нету. Грубо говоря, 20% ребят уже ушло. Придет время, когда, к сожалению, это жизнь, и мы уйдем. И память должна какая-то остаться, поэтому ну, хотелось бы, чтобы продолжалось. Потому что если мы не будем помнить нашу историю, она великолепная у нас, особенно подвиг нашего народа. Во все времена наши люди умели сражаться и защищать свою родину. Сергей Николаевич, если бы, к примеру, была возможность все это изменить? Для меня не существует этого вопроса, потому что я в Афганистан пошел добровольцем. У меня была возможность остаться в Средней Азии, в учебке. Я писал рапорт и попал туда. И невзирая ни на что, по большому счету, я не жалею. Хотя выпали очень сильные испытания в моей жизни, но у меня появились друзья, совершенно другие друзья. У меня появилось мировоззрение другое. Наверное, была жизнь до и после Афгана. И вот как было один Сережа Марченко, а потом стало совершенно другим. Дорогие телезрители, сегодня мы поговорим про Афганистан, про прошлое, про то, как это было и как это до сих пор помнится с афганцем Игорем Витальевичем. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Мы сегодня поговорим о том, что такое для вас Афганистан. Это то, что сформировало меня, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Это другие отношения к жизни, к правде, к лжи. И Афганистан, это все-таки, это на всю жизнь. Игорь Витальевич, вы для нас отбираете фотографии какие-то, чтобы мы потом сказали зрителям? Да, я смотрю, вспоминаю тоже. Давно не смотрел, не перебирал. Внукам иногда показываю. Как внуки реагируют? И странно им все это. А это мои внуки. Это Тимка, старший сын моего сына. Это Никитка, младший сын моей дочери. Это моя внученька Полюшка, наша футбольная команда. Они у нас все футболисты. Я очень люблю футбол, особенно люблю смотреть, когда они играют. Мне это настолько интересно, я получаю столько положительных эмоций. А сколько вам тут лет? Ну, здесь 19. В 19 лет вы уже были там? Я был там 18 лет. 2 сентября у меня был день рождения, а 28 сентября я уже стоял в военкомате. Как это 18-летнему парню попасть туда? Нормально. Все мы там были, 18-летние, кто-то чуть постарше. И те, что постарше, уже нас учили. Мы знали, что мы попадем в Афган? Знали, да. Ну, я сделал 3 прыжка перед армией с парашютом, и за нами приехали покупатели. Сразу мы увидели офицера-десантника с прапорщиком и с двумя сержантиками, потому что группа набралась, кишиневские ребята, они тоже прыгали с парашютом. И в Одессе мы сколько там, около недели пробыли, картошечку почистили. Сразу с картошки надо начинать
надо уметь чистить картошку. То есть дома у вас жарите картошку вы? Я люблю жарить картошку иногда, но жарит жена. Коллектив маленький, сроднились все. Да, это разведгруппа. Вообще у нас разведрота – это два взвода вместе с офицерами, с управлением. 47 человек вместе с офицерами. Потому что там у нас и грузин вроде был, и аварец, таджик, и туркмен. Ну, в основном там в Афгане говорили на пушту, и они были у нас как переводчики. Вот эта разная нация, она помогала? Либо все равно чувствовался какой-то напряг, или в то время вообще это все нивелировалось, когда есть общая цель и задача? Ну, вообще в то время был Советский Союз, национальность вообще не имела никакого значения. Там были люди, которые, вот таджик, он очень плохо сразу говорил по-русски. Но через полгода он шпарил на русском, как на родном своем таджикском языке. А это, простите? А это мой товарищ с Кишинева, Сережа Липодату. Мы иногда делали такие приемчики, переодевались вот я и хотел форму, спросить, да. Да, в форму духов переодевались. И там где-то дефилировали, ну, в расчете на то, что, может, кто-то клюнет и пойдет с нами на контакт. Это свои были наши хитрости. Это я, да, это год, наверное, 83-й. Вот это вот все мне супруга высылала в армию фотографии. Вы говорите слово «в армию», вы не наговорите слово «на войну»? Или это разные вещи? Мы тогда не понимали. Мы все были настолько патриотично воспитаны. Вот сейчас молодежь, я смотрю, начинает тоже просматриваться в них этот патриотизм. Они готовы идти куда угодно, они готовы воевать, готовы за родину кровь проливать. Сколько было из Тирасполя? С Тирасполя у нас было вот первая группа, первая команда, 20 человек мы стояли в военкомате, в разведроте 4 тираспольчанина. Я, Толя Дагадин, Митя Арманджи, Юра Ефремов. Юра Ефремов вообще мой одноклассник. А в этой команде вместе с нами призывался мой троюродный брат Дима Шевелев. Знали, что попадем в ВДВ, знали, что попадем в Афганистан. Даже и никакие отговоры, уговоры не ехать туда? Нет, да я знаю, я просто знаю многих ребят, которые служили в Союзе, а потом писали рапорта, чтобы попасть в Афганистан. Хотя уже знали, что там погибает, что там война. Это... Вы помните всех по именам, наверное, на таких фотографиях? Ну, по именам помню, но начинаю забывать уже немножко ребят. Но только с того момента, как я вернулся ровно 40 лет, сейчас 35 лет вывода, увольнялся я из госпиталя после ранения. Какое у вас ранение, если можно узнать? Мы были на операции на бригадной на Гульгундае. Мы шли по кромке гор, чтобы броня не попала в неожиданную засаду. И нам дали приказ спуститься вниз к бронегруппе. Мы спустились, сели под огромное такое раскатистое дерево. А под этим деревом был фугас. Вот где-то даже есть фотографии, где осталась воронка. Это потом мне уже ребята выслали. А вот это не она? Вот она. Видишь? Артем, как БМДшка на фоне этой воронки смотрится. Ого. Вот эта воронка и вот эта маленькая БМДшка. Это было 14 сентября. Погибло 16 человек. В том числе начальник штаба бригады, командир второй роты парашютно-десантной. Его уже замена ждала в Гордезе. Те, что стояли метров 150-200 от эпицентра взрыва, вот их посекло, побило. А мы вместе с этим огромным деревом, просто вот мы спинами сидели под этим деревом, под его корнями. Вот они нас берегли. И нас вот этой взрывной волной подняло всех и расшвыряло. И повезло, я упал, как идет горная речка по ущелью, и намыло кучу такой гальки,
с песком. И вот я на нее брякнулся. Лицо раздело нас всех в воздухе. Остался в одном тельнике и в штанах. Ни кроссовок, ни бронежилета. Все стянуло. Полностью раздело. Увольнялся я с госпиталя. Увольнялся без формы. Один тельник и берет с собой привез. Это медаль за отвагу. За это за ратную доблесть. И вот эта медаль от благодарного афганского народа. Если бы, допустим, чисто теоретически была возможность перестроить свою жизнь и не попасть туда, оставили бы все так? Так бы и оставил. Так бы и оставили, несмотря Конечно. На потери, боли, утраты? Да, все было бы ровно то же самое. Если пришлось бы пройти еще раз тот же путь, я бы его прошел бы. Я и в завершение хотел бы от вас, наверное, получить самое важное – это пожелание. Я знаю, я понимаю, что такое война. Только мира. Всем желаю только мира. И, конечно, крепкого здоровья. Вам большое спасибо. Абсолютно взаимно. От вас это услышать вдвойне приятно. Всего доброго. И намного ценнее. Спасибо. Мы продолжаем собирать истории из первых уст, от первого лица. И рядом со мной человек, который тоже в Афганистане выполнял свой интернациональный долг. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего ваш путь начался? Путь начался с службы в армию. Меня призвали в армию в 81 году, 9 мая. Попал я в учебное подразделение в Ашхабад, где была школа сержантов. Я окончил его на отлично, мне присвоили сразу звание сержанта. Я попадаю в Афганистан, в Кабул. В Кабуле идет распределение, и меня распределяет город Гардез, провинция Пактия. Ну, это, чтобы вы понимали географически, это примерно 70 километров на границе с Пакистаном. Там и располагалось подразделение 56-й отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Что входило в задачи основные? Караваны оружия проходили через горы, а как раз это было подножье горы Тера. В тот период времени это как раз там было логово Усама бен Ладена, то есть это его именно там его была основная база. И нам нужно было ходить в горы, выставлять засады на караваны с оружием, что мы успешно это делали. Это было с одной стороны. С другой стороны была Газнийская долина, тоже там было куда походить. По дувалам, по зачистке от душманов. Ну и, соответственно, вся материальная часть, то есть боеприпасы, продовольствие, обмундирование поступало к нам исключительно колоннами, автомобилями. Поэтому мы ходили навстречу своим сопровождающим, а всегда колонны к нам вели витебчане, витебская дивизия. И мы с ними встречались посередине дороги. Середина дороги это был бараки-барак. В этом подразделении служил наш председатель Буга Игорь Семенович. Он чуть позже служил, но тем не менее. Просто переплетение, скажем так, судеб и территории. И встречали колонны. Колонны неоднократно, конечно, обстреливались. В году где-то примерно два раза, когда колонны приходили из Советского Союза. Они длинные. Они тоже там привозили какие-то определенные вещи. И прямо такой дух был Родины. Какая-то все, весточка, да? Какая-то часть дома? Ну, скажем так, всегда можно было спросить напрямую, а как там, какое вот, ну, то есть совсем другое общение. Если мы были в каком-то замкнутом пространстве, постоянно боевые задания, выходишь, там проблемы где-то убить, ну, не буду об этом говорить, но всегда в каком-то напряжении. А когда приезжают люди с называем Советского Союза, всегда какое-то интересно поговорить, задать вопрос, а как там, а что там, ну, скажем так. Переключиться, да? Да, совершенно, абсолютно правильно, переключиться. Жили мы в палаточном городке. Всегда мне хотелось с бытового... Стульев у нас не было, на котором мы сидим. Только а были было? Кровати, табуреты. Ага. И очень на протяжении, там, допустим, 3-4-5 месяцев, вот мы сидим, да, мы чувствуем, плечи чувствуем, как оно.
А когда нет этого чувства, очень хотелось найти стул, его там никак не было. Сесть и опереться, просто посидеть вот так. Это то, что с бытового. А так, снабжение было хорошее, никаких вопросов не было. Быт как быт. 18 лет, 18-19 лет, что молодому человеку нужно? Физически хорошо, крепкий, развит, готов выполнять любые задачи. Все в порядке было. Это так внутри выглядит наш быт. Это мы на привале. Знаете, вот показывают кино, что военные ходят в бронежилетах. 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада этими отличалась, что мы были небольшие разгильдяи. Во-первых, в нем было неудобно. Неудобно совершать было маневры. То есть, когда идет бой, ты в обязательном порядке должен упасть, увидеть. При этом, когда ты падаешь, ты влево-вправо смотришь, где пригорок или что-нибудь, и должен 2-3 переворота сделать, чтобы занять позиции. Потому что ты, когда упадешь и будешь на месте, снайпер или человек, он тебя уже заприметил. И ты уже являешься для того, что обязательно, это даже воинские азы. Ты перевернулся, и это в бронежилете. Неудобно. Очень неудобно, да. Ну, поэтому то есть мы... на авось где-то, да? Да. А вместо бронежилета мы всегда носили плавжилет, так называемый, вокруг. Были везде диски. И это было, служило как там бронежилетом. Чем дорогая эта фотография, мы сфотографировались с начальником штаба, начальник штаба Маслевец. Ну, благодаря ему, конечно, я попал в правильное русло, мог попасть в неправильное. Он мне сказал, что этот сержант поедет домой, не в другое место, ему огромное спасибо. Но, к сожалению, в 83-м году он погиб. Такие вот позитивные фотографии, все улыбаются, как будто, ну, обычная служба, обычная жизнь. Философия такая, если ты хочешь увидеть впереди лучшее, светлое, тогда к нему нужно стремиться. А как к нему можно стремиться? Конечно, улыбаться. Если ты будешь надутый ходить, ну, и придет такая надутость, унылость. А если всегда стремиться и внутри создавать комфорт, ну, по-другому не будет. Ну, тогда и бронежилет не нужен, я теперь вас понимаю. А на этот момент еще есть такое очень прекрасное слово, и, кстати, я вот во что я верю, это судьба. Я когда уходил в Афганистан, я не знаю почему, мне мама сказала, говорит, сын, я хочу тебе сказать, до этого я тебе не говорила, но когда я тебя рожала, ты родился в рубашке. Вот я тебе сказала, чтобы ты знал, ты родился в рубашке. Очень много случаев было. Вот я вот тут прямо пули видел, когда буквально 2 сантиметра, голову я готов. Иду с ирандойцем разговаривают, как с вами. Я там повернулся, куда-то отворачиваюсь, он уже лежит. Почему снайпер выбрал его, а не меня? И это тот самый ответ – судьба? Да, это тот самый ответ – судьба. Совершенно верно. Вот, два одноклассника, да? Вот я, это Николай Шуруба, мой одноклассник. В один день, 9 мая 81 года, мы призывались. Вот мы с ним вместе, в одном учебном подразделении. Я иду в ВДВ, он идет в разведроту мотострелков. Он там 16 сентября погибает. Вот судьба. С погоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, уходим, уходим. Какого числа домой попали? С воинской части я уехал 3 июля 83 года в Ташкент. В Ташкенте я пробыл 10 дней, потому что билетов в наш регион не было вообще никак. И удалось взять на поезд только через 10 дней. И ехал 2,5 суток через Казахстан, через... долго. Ну, конечно, ощущение было это непередаваемо, когда с аэропорта... Мы ехали уже в сам город, и ты, когда едешь в автобусе, вот ты держишься, а вокруг тебя зеленая полоса слева, зеленая полоса, и когда у тебя нет оружия, это ощущение очень-очень плохое.
когда ты уже без оружия. Потому что мы привыкли, когда зеленка, в любой момент это может быть обстрел. Обстрел, ты должен обязательно быть с оружием. И я пока доехал до города, я был весь такой потный, у меня что-то в голове такое было, я не понимал, что со мной. И я такой, я уже в Союзе, тормози. Потом раз, я уже в Союзе, тормози. И вот как-то вот постепенно, изо дня в день, поэтому говорят, когда есть вот такие интенсивные боевые действия, реабилитация, это крайне важно. Само по себе время вылечило, время вышло, но время обязательно нужно. У меня нет такого характера, что я как со знамением хожу и рассказываю. Это мое личное, это внутреннее мое. Если меня спросят, я могу на что-то ответить. Если меня не спрашивают, я никогда не буду. А детям своим что рассказывали? Спрашивали? Хотели узнать какие-либо... Понимаете, мое личное мнение, если ты прошел и выгреб оттуда, что положено, то об этом рассказывать не хочется. Я могу поговорить только лишь с тем человеком, кто вспомнит то, что было. То есть мы, он и я были там, мы через это прошли. Вот я могу с ним разговаривать. А так говорить человеку, ну, почему я не хожу в школы? Не люблю это, правда. Потому что сказать реальный бой и как оно произошло, но это внутреннее, мне некомфортно, потому что это невозможно понять. Иногда, может быть, такие факты не нужно, да, им говорить и в таких ярких красках и подробностях это рассказывать. Просто по факту, вот тогда-то началось, такие-то подразделения были, а 15 февраля войска из Афганистана вышли. Рассказывать нужно обязательно, чтобы молодежь на каких-то примерах воспитывалась. Это обязательно нужно. Ну, для этого нужно иметь талант. А наш президент говорит о том, что тот, кто не знает своей истории, у того нет будущего. Важно знать вот такие даже грустные, печальные, трагичные страницы. К сожалению, без этого никак не происходит. Есть соседи, которые забыли историю, и у них в доме, ну, бардак. Какая бы история, она ни была бы сладкая или горькая, она история. Здесь жили наши предки, живем мы. И это платформа, от которой нужно оттолкнуться. Ты видишь, где ошибки, где положительные вещи. И обращая на это, можно тогда выбирать правильный путь, путь развития. А если ты на это не будешь обращать внимание и скажешь, то, что было вчера, мне на это наплевать, а откуда ты будешь черпать знания, где хорошо, а где плохо? И выбор должен быть тоже осознанным, да, опираясь на опыт прошлого. Конечно. Ну, а как ты можешь сделать осознанный путь, если ты не знаешь прошлого? Где были ошибки, а где были положительные вещи? Патриотизм – это то, что дано и передается по наследству, или то, что нужно еще прививать и развивать? Я думаю, патриотизм – это, несомненно, как генетика есть. Вот есть генетически. Оно у тебя это есть или нету? Но если ты его не будешь развивать и где-то усовершенствовать, то оно немножко может и затихнуть. Поэтому это рожденное. И еще плюс над этим нужно работать. Сегодня я хочу познакомить вас с Дмитрием Ивановичем, а он уже познакомит нас со своей историей. Я был 82-84. Угу. И в то время... У нас был один фотоаппарат всего на всю воинскую часть, в смысле на наш дивизион, угу, где я проходил службу в Афганистане. Значит, и то был у комсомольца, больше ни у кого. Если он нас фотографирует, мы спасибо делаем одну-две фотографии. А этот комсомолец, он выполнял какую-то тоже работу или просто он как журналист был, либо тоже служил вместе с нами? И журналист, и служил вместе с нами, все, считай, пять в одном. Я понял. А сколько вам лет? Мне тогда было 27 лет. Вы 27 лет туда попали, да? Да. Мне вселил в мозг кости именно военную службу мой классный руководитель. Он сам был фронтовиком, капитаном, разведчиком. Вот это вот ценная фотография моя. Находились мы на операции под Газни. Мы ехали туда по долине. Чем памятно? Потому что когда мы возвращались с этой операции, мы ехали в колонии. И я находился во второй половине колонны на броне, на МТЛБ. Значит, наехали на мину, на фугас, неизвестно, что там было.
при взрыве, при подрыве, эти два механик-водителя и солдат, который находился, погибли. А нас выбросило взрывной волной с брони. И мы пришли в себя, уже на камнях лежали. Потом нас вертолетами эвакуировали в госпиталь. Даже в тот момент, я так понимаю эту жизнь, то, что тебе суждено, ты пройдешь. Ты должен пройти. Хочешь ты этого, не хочешь, ты должен пройти. Потому что это твоя судьба. Во, еще хотел вам показать. Давайте. Вот наши деньги, которые в Афганистане шли, которых нам платили. Вам платили в Афганистане особые? Да, вот, чеками. А, чеками? Да, вот называются это очень чеки. Интересно. Называются чеки. Сколько вы получаете чеков? Я получал где-то 270 чеков. Ими мы могли рассчитываться только в магазинах. Специализированных магазинах, да. На территории вашей части? Или... На территории сейчас был один магазин. Угу. Специализированные, специально они брали чеки. И здесь у нас назывались «Березки», где продавались именно заграничные вещи. Именно привозные вещи. И вы могли и в «Березках»… могли покупать в «Березках», вот за эти чеки могли покупать. За эти чеки. Да, я по приезду. И шапку такую купил красивую, и я уж не помню, сапоги. Пальто, наверное. Пальто, да. У вас ранение тяжелое было? Как ранение? У меня была контузия. Контузия, да. А ранений одной царапины не было, вы не поверите. Меня Бог берег. Я очень много сетую на то, что когда я уезжал в Афганистане, бабушка по линии жены дала мне крестик. И сказала: «Дима, бери этот крестик, он тебя убережет». Я его вшил вот здесь, в пояс. И считаю, что меня спасло. Вызывает начальник штаба. Есть предложение ехать в командировку за границу. Я, ё-моё, все-таки поеду. Ну, не в Гемарию, так в Польшу, не в Польшу, так в Венгрию. Не в Венгрию, так в Чехословакию, где наши войска были, да? Прохожу комиссию, все, здоров, годен. И в конце врач старенький, в очках, вот так смотрю, в очках. Молодой человек, вы запомните, что курица не птица, Афганистан не за граница. Я, как? Да, вас готовят в Афганистан. Слушайте, в 27 лет уходить туда, что вы испытывали, что чувствовали? Тем более еще, когда планировали за границу, а так получилось, что попали в Афганистан. Вы знаете, коротко. По большому делу я вам скажу, что тогда я ни о чем не думал. Одно было желание вернуться в семью, к жене и сыну. Это было 18 апреля 82 года в 6 часов утра. Мы его провожали с Кишинева. И мы все. На последнее, когда он сделал шаг от меня уйти к самолету, единственное, что сказал: «Жди». В этом слове было сказано все. Многоцелевой легкий тягач бронированный, который буксировали гаубицы, пушки. В арт-дивизионе я там служил. Артиллерийский дивизион. А эти у меня... Служба в вооруженных силах 10-15 лет. Я до пенсии не дослужился, потому что ушел со службы по болезни. После контузии у меня была самая сильная депрессия. Я в течение года, где-то месяцев 7-8 лежал в госпитале. Вот. Было и зрение терял, и немножко потрепал. Оклемался. И там, знаете как, было... закалка. И закалили нас на всю жизнь. Там уже человек лицом показывает, кто он есть, на что он способен и как он может в том или ином случае поступать. Там все налицо. Там ничего не утаишь. Принял батарею и буквально там же в мае месяце была операция на Алихель. Меня туда, естественно, как вновь прибывшего, еще не оперившегося там, оставили в место дислокации. Тогда на той операции мы потеряли с бригады около 70 человек. Очень, не будем говорить,
неудачная, какая-то кровавая операция была тогда. Я слышал, что у вас было свое правило, что любой солдат должен вернуться домой. Опять же говорю, за мою бытность никогда ни одного человека не оставляли на поле боя. Все равно любыми путями мы их доставали, мы их... Отвозили домой. Отвозили домой. Вот. И дружба между собой была очень крепкая. Там стиралась грань между солдатом и офицером. Особенно, когда выезжали на боевые операции, дружба была очень крепкой, я вам скажу. Вот мы, ребята, уже здесь, нас побольше здесь, наши бендерские. Нас здесь в городе 4 человека, которые служили в одной бригаде в Афганистане. Здесь тоже на 20 лет я ездил в Москву. Встреча была с однополчанами на 20 лет вывода. Сейчас 35, 15 лет назад. И нам вручили вот такие памятные медали. Всем. Первым делом мы знали, что выполняем приказ. Следуем клятве, данной на присяге. И тут же рядом знали, что дома кто-то ждет. К примеру, у меня жена и сын остались дома. Момент самый нежный и романтичный. Да, вот письма, вот эти письма, которые я писал. Можно? Супруге. А эти письма, которые супруга писала мне. Хранятся. Уже 40 лет. Вот письмо любимой. Вы романтик? Немножко. Вот, жена помнит, сейчас слеза пойдет. Отпуск пролетел, как день единый. Время не вернешь, а хочется, поверь. По тебе сейчас, любимая томимой, я пишу не прозой, а стихом теперь. Ты со мной и в радости, и в горе, и в тревожных буднях жизни суеты. Для меня ты как для чайки моря. Для меня вся жизнь, наш сын, Валентин, и ты. Береги себя и нашего сынишку. Я свой долг исполню до конца. Обо мне не беспокойся слишком. С обожанием от мужа и отца. Вы знаете, говорят, что человек умирает два раза. Первая физическая смерть, когда, не дай бог, погибает в бою. А второй раз, когда о нем забывают. Мы стараемся не забывать своих знакомых, друзей, сослуживцев. При встрече радуемся, делимся впечатлениями. Рады, что живы. И в завершение хочу всем своим сослуживцам, да и всем шурави, как называли в Афгане нас, в Афганистане нас, это значит советский шурави. Всем шурави хочу пожелать огромного здоровья и мирного неба над головой. Живите, ребята, долго. Радуйтесь жизни. Воспитывайте внуков, правнуков. И будьте счастливы. И вам спасибо. Вам спасибо. Владимир Николаевич, с чего началась ваша история, как вы попали в Афганистан? Я попал в Афганистан по направлению для дальнейшей службы в мае месяце 1987 года. Я отправлялся в Афганистан с Минска, сел поезд в 13-й вагон 13 мая. Так что и прилетел в Афганистан, в Кабуле, жил в 13-й палатке. С тех пор мое 13 число – это самое хорошее число. Попал служить 5-ю мотострелковую дивизию в город Шендант. Задача входила в нашу – это охрана объектов, аэропорта, дорог. Наша дивизия стояла от Таргунди до Кандагара по этому маршруту. Часть войск охраняли эти объекты, а часть войск ходила на боевые действия. Первый бой я попал на 12-й заставе в Герате под обстрел. Но это не бой был, а просто нашу заставу обстреливали из артиллерийских установок тоже. Со временем привыкаешь к этому и
потом уже как-то реагируешь на это более спокойно. Для вас сегодня самыми яркими какими воспоминания стали? Ну вот эти боевые действия, когда мы с плотины выводили людей в Гельминте. Очень много погибших было, и это самые боевые действия такие были тяжелые. Но очень большое количество в этой войне было минирования. Очень много на минах подрывалось людей, техники подрывалось очень много на минах. Но они старались обстреливать нас в узких ущельях, где нельзя было разъехаться машинам и так далее. Чаще было вот эти обстрелы. Очень много фотографий, такая репортажная съемка. Все это вы фотографировали? Да. Ну, по своей службе и деятельности я много снимал фотографии. И с фотоаппаратом практически не расставался там. И на боевых, и на встречах с афганцами. Это как бы история. Вот, например, помощь афганскому населению, встречи с ними, оказывались медицинская помощь, фотографии. Также выступали наши солдаты с концертами небольшими. Также агитбригады помогали и продовольствием горючим для афганского населения. Население было в Афганистане очень безграмотно, мало грамотных людей было. Также в этих кишлаках не было электричества. Мы устанавливали даже дизельные электростанции, чтобы они получали свет. Даже дети не знали, что такое бумага, что такое карандаши. Они удивлялись, когда мы привозили им, они были очень рады этому. Во всем помогали, что они нуждались. В этом практически мы оказывали помощь во всем, что они просили у нас. И вот эти все старания иногда нарушались бандами муджахедов, что расстреливали этих даже преподавателей, всех этих, разгромили эти школы. Они не хотели, даже вот это электричество проводили мы, ЛЭП, они старались это все уничтожить, чтобы не государство не могло это строить, хотя это для них же все строилось. В память об Афганистане я сделал такой альбом. Начиналось с рисунка, с этого. Охрана границы, наши солдаты стоят, и с до горы смотрит лицо духа, и все же символ аистов. Это вот мои первые боевые действия, когда выходили. Вот мы почему в масках? Потому что была такая сильная пыль, что или нужно было завязывать лицо, или вот респиратор одевать, потому что от пыли невозможно было избавиться. Когда снимали эти респираторы, головные уборы, то только одни глаза оставались. Вот раздавали вот керосин. Женщина вышла с детьми вот с канистрами, это раздача керосина была. Между боевыми действиями также к нам приезжали Советского Союза артисты знаменитые, как Розенбаум, Лев Лещенко, Ела, ансамбль. Особенно запомнился мне вот концерт Розенбаума. Тогда была такая жара, и он выступал перед нами 3 часа тогда. Дали ему это полотенце, он вытирался, но все равно продолжал петь. Так тогда молодец он. Он также проехал по заставам, по некоторым, выступал в госпитале перед ранеными. На кабинах машин нарисованы звездочки краской. Каждый час, каждый миг этой трассы нелегкой весом измеряем ее нашей кровью солдатской красной, да количеством мин, разорвавшихся под колесом. Сегодня почему важно это помнить и почему важно рассказывать новому поколению, которое своими глазами это не проходило и не видело? Такое не забывается никогда, но мы год ходили, у нас вот в полку, вот, где я служил в Беларуси, нас 40 человек пришли в Афганистан. Ну, нас уже определяли, год мы целый ходили в загаре, наши морщины были белые. Тут это с Афгана приехали уже ребята. Так что, ну как вспоминалось и снилось с ним это все, ну со временем это проходило.
Да она и сейчас мне, вот прошло 35 лет, но все равно это все вспоминается. Я вот каждый год выступаю перед школьниками, в училищах выступаю, в Суворовском училище часто выступаю. Это чтобы довести до детей, до подросткового поколения, чтобы они понимали, что такое война, что не надо никогда забывать об этом. Я также с детства был, меня готовили к этому. Выступали тоже ветераны Великой Отечественной войны перед нами. Участвовал я в разных играх военно-спортивных, Зорница, Орленок. И поэтому я хочу донести до нашего молодого поколения, что нужно всегда быть готовым к войне, держать порох сухим. Действительно, очень сложно уместить в один выпуск такую большую историю в 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Настолько длилась война в Афганистане. Ну а нам остается только все это помнить. Артем Мазур, Настя Чернетинская. До встречи в следующий четверг.